Беларусь – открытая книга. Министерство информации представляет 27-я Минская международная книжная выставка «Кірмаш». Сустречи с ведомыми письменниками. Симпозиум литераторов. Новые книги от буйнейших выдавецтвов. Гоноровый гость – Российская Федерация. Центральный экспонент – Злученные Штаты Америки. Подробязности на сайте Министерства информации, у социальных сетках и специальных выпусках новины культуры на телеканале «Беларусь-3».